Конечно, в большом шоке, в большой радости. Ну, мы знаем, фонд «Ниссан» многим помогает. И мы тоже спортсмены подключаемся, помогаем. Очень приятно быть на таком событии. Фонд «Ниссан» делает очень многое для Республики Дагестан, для людей Дагестана. «Ниссан» — это в переводе «человек». Человек, которого Всевышний Аллах создал выше всех своих творений, наделив его особым даром, разумом. И дала, чтобы и дальше благотворительный фонд развивался еще лучше, еще перспективнее. И стал для всех, кто поддерживает и участвует в его деятельности, надежной защитой от бед этого мира и спасением в судный день. Хочу поблагодарить фонд «Ниссан» и те руководители фонда Магомед Расула Магомедова за то, что он возглавляет и реализует эти проекты. Конечно же, хочу поблагодарить муфти нашей республики Ахматаджи Эфанди. И хочу призвать всех, в том числе себя тоже, чтобы они всегда находились рядом с фондом, чтобы мы были лучшими из лучших и творили добро. Наш глава Сергей Ильич Меликов по достоинству оценивает деятельность благотворительного фонда. Об этом он говорил неоднократно на разных совещаниях, на разных площадках. Но самая главная оценка, конечно, это оценка дагестанцев. А дагестанцы с надеждой и уверенностью смотрят на благотворительный фонд, на возможности фонда, на возможности наших людей. В первую очередь хочу вам передать слова приветствия от муфтия нашей республики шейха Ахмада Фанди Абдуллаева. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатуху. А также передать слова поддержки и поздравления, процветания всем работникам фонда «Ниссан». Мне так очень понравилось, когда я слышал с этих рядов постоянное спасибо. Это настолько было такое настоящее спасибо. Я думаю, для всех друзей фонда, для всех помощников вот этот один спасибо будет достаточен. Такое настоящее спасибо. Саидик поделился своей мечтой. Он сказал, когда я вырасту, я накоплю деньги и куплю себе квадроцикл. Вот Магомед Николаевич со своими друзьями покупал квадроцикл, который ты собирался купить, когда вырастешь. Не нужно ждать. Пожалуйста. Специально для тебя. Попарься, аплодисменты, друзья. Тебе спасибо большое. Магомед, вам спасибо громадное. Ваши аплодисменты, друзья. В нашей деятельности фонда невозможно, чтобы эта деятельность была без вас, без тех людей, которые выделяют средства, которые переживают, которые участвуют в фонде в благотворительности. Это вот волонтеры наши. Без этого просто бы не было нашей работы. В конце хочу поблагодарить также сотрудников наших, которые действительно вот и готовили это мероприятие, и на протяжении всего года тратили свое время, не знали режим работы, который, можно сказать, не имеет границ. Вот за это тоже хочется поблагодарить. И Всевышний пусть примет хадж наших тех подопечных, кому мы сегодня вручили вот эти вот путевки, я думаю, они сделают всем нам дуа. И я надеюсь, конечно, что следующий год у нас будет меньше работы. Почему? Потому что хочется, чтобы было меньше
больных детей, чтобы было больше мира, чтобы было меньше чрезвычайных ситуаций. Поэтому я желаю это всем нам. Спасибо за внимание.